присутствующих и поблагодарить, что пришли. Немножко хочу извиниться за тем, что это для меня, так сказать, первый блин, и он, как всегда, блин комом, потому что я дома делал фотографии, снимал части из своего домашнего архива, откуда-то еще скачивал. И детям, ну, поскольку сказали, что ничего не получится на большом экране, я, в общем-то, и по этому порядку у меня фотографий сейчас не будет. Значит, я просьба такая, вот после вот этого маленького слайд-шоу, которое Ирина покажет, да, то, что она подготовила, потом пойдет типа слайда-шоу, то, что у меня было сделано. Но там порядка никакого нет. Там хаос, там хаотические фотографии. Все, что вы увидите интересно или кому-то что-то заинтересует, пожалуйста, задавайте вопрос, мы вернемся там к каким-то этим фотографиям или что-то, я буду рассказывать. То есть я хочу построить нашу встречу сегодня не как обычно. Я, конечно, могу зачитать свое, то, какие мы хорошие все конченые были, какие древние, но я немножко сначала все равно расскажу об этом. Вот. Может быть, в форме беседы такой, то есть вопросы-ответы где-то больше, типа дискуссии, потому что очень много спорных вообще мнений. И сейчас вот важно, что именно формирование здорового все-таки мнения. Ведь до сих пор мы не нормально не воспринимаем понятие такое, что такое собственность, и как к ней относиться. И многие называют, что у нас сейчас какой-то капитализм, какие-то и так далее. Но на самом деле у нас нет никакого капитализма. Мы не вступили в него. Ну, то есть, короче говоря, здесь поле для дискуссии, и я думаю, что, так сказать, на фоне вот истории семейства Коншиных, вот, хотя бы вот сейчас, вот, поскольку тема Коншиных, именно строите дискуссию и спор вот именно вот в этом плане. Все-таки надо вводную часть. Давайте историю. Откуда пошли Коншины? Здесь все-таки есть представители не только купеческого общества, а здесь есть еще, ради чего мы это все и затеяли, люди, которые не знают, впервые слышат фамилию Конш. Вот давайте, вот, знаете, от печки. Можно от Николая Максимовича. Ну тогда я покажу. В принципе, история семейства Коншиных. Коншины – это очень интересная, в общем-то, ветка с точки зрения предпринимательства. Она, в отличие от большинства таких, как вот Морозовы, там даже Прохоровы, которые существовали практически из крестьян, вот после постреформности или чуть-чуть до реформы, то есть с начала 19 века стали в предпринимательскую среду. Коншины немножко постарше, они предпринимательская среда с тысячи где-то с начала, середины 17 века пошли. И уже в 1682 году была у них первая мануфактура, пускай она во дворе была, эта мануфактура дворовая, всего там несколько человек было, которые организовывали эту поставку. Но это уже была, так сказать, целевая мануфактура, не домашняя, как вот просто надомники крестьяне. Они выполняли государственный заказ по поставке полотна. Хотя использовался, конечно, безусловно, труд надомных крестьян, и тут только практически упаковывалось, сортировалось, отбеливалось, промывалось. И вот, кстати говоря, улицы в Серпухове под домом, под усадебным домом Коншиных, называлась мыларня. Это вот расстилали на огромных полях эти полотна, которые ткали, и в основном крестьяне сейчас, и здесь вот отбеливали и так далее, сушили, потом упаковывали, отправляли уже. А в основном это было изначально, это был тот период. Как раз вот недалеко от этого остатков Кремля Серпуховского. Вот, значит, в середине 15 века примерно первый коншин появился
в Серпухове. Это 1400 какой-то год. Вот. Это был, в принципе, кузнец, мастеровой человек, который осел именно в Серпухове. А почему в Серпухове осел? Потому что Серпухов был это городом, в котором развивалось железодельное производство и медеплавильное. Вот. Это кузнец из какой-то деревни крестьянин, из какой, к сожалению, пока не удалось. Хотя Коншины известны были и ранее. Притом были уже и боярских, при дворе боярских, и в том числе при московском бояре, известен и подьячий Конши Леваш, Леваш Иванович в итоге, который, кстати говоря, занимался с Василием Темным и вел переговоры по поводу земель, вот упорядочивания Екатерины и все советы, там, вот земельные вот эти реформы надел, и вот так, ну, шло вот это вот земельные споры, и он как раз как дипломат, как вот церковник выступал тоже вот за монастырские вот эти земли. То есть разветвление Коншиных довольно-таки такое большое. Но тем не менее, вот мы, как вот основная наша ветка, это Серпуховская, это вот человек, который пришел в Серпухов, осел в середине 15 века и пошел. Уже через 100 лет, буквально 2-3 поколения прошло буквально, уже Коншины довольно-таки в Серпухове числятся, правда, тогда они не Коншины называются, а кличка Конша. Довольно-таки уже многочисленные, уже было несколько семей. И они занимались разными промыслами, в частности, бортничество, сапожное, кузнечное дело. Вот этими промыслами в основном занимались они. И, естественно, занимались также и хлебом, то есть торговлей мукой, хлебом. Мололи, были свои мельницы у них, мололи мельницы. И уже в конце, в середине 17 века, это уже довольно-таки известные люди, Коншины, пользующиеся почетом, так, и при отмене воеводства, института воеводства, первый бурмистром Серпуховского посада стал Тимофей Григорьевич Коншин. Это 1670-е годы, конец 70-х годов. Вот. Но у него было три брата, вот, родных брата. Это помимо еще других семей, которые тоже там были Коншины, это вот все практически одно семейство, а родных братьев у него было три. Василий Григорьевич, Тимофей Григорьевич и Григорий Григорьевич, по-моему. Сейчас я не полезу в это смотреть. Короче говоря, Тимофей Григорьевич, будучи уже бурмистром Серпуховского посада, по родственному, так сказать, вот коррупция шла откуда, называется, содействовал тому, что первый такой крупный государственный заказ на поставку мануфактуры получил его родной брат Василий Григорьевич. Вот. Хотя у Василия Григорьевича занимался в основном пчеловодством, бортничеством, поставкой овощей. Вот его члены семьи, дети, жена и он сам, вот, это бортники в основном были. Вот. И тем не менее, вот этот выгодный государственный заказ был принят, и они начали вот первую мануфактуру, можно сказать, так, дворовую, это, конечно, не один настоящее здание еще было. Один настоящее здание появилось только где-то в середине 1730-х, в конце 1739 года. Это первая парусино-льняная фабрика. Деревянное тоже здание, но это уже отдельное было какое-то здание фабричное. Так сказать, как мануфактура. Тоже небольшое, конечно, было это парусино-льняная мануфактура. Опять-таки, они там занимались чем? В основном, конечно, это уже подготовкой к отправке полотна парусины на флот, на военно-морской флот. И в основном шел уже к этому периоду
Кстати говоря, Серпухов начал играть довольно-таки ведущую роль как текстильный центр России, потому что Петр I еще в свое время перевел все, запретил в Центральной России заниматься особенно вот эти железодельными делами и перевел вместе с Демидовым, в основном стал развивать на Урале, туда на Урал. Вот. А стал, так сказать, заниматься здесь, вот в Центральной России, развивать именно полотняная мануфактура больше пошла. Вот. И, значит, этот вопрос, я думаю, что откуда пошли коншины, стало более-менее ясно, что это крестьяне, посадские люди, которые появились в Серпухове в середине 15 века.